Всем привет! Вы на канале Печуркина дача. Сегодня приехал на дачу, чтобы встретить доставку окон. Но пока их дожидаюсь, пойду заниматься уборкой на участке. Часть травы с огорода мы сожгли в бочке. Остальную же часть было решено сложить в компостную кучу. Но она сейчас занята хорошим перегноем, который здесь образовался за многие года. Когда мы этот перегной уберем на наши огородные нужды, я эту траву переложу в компост. А сейчас иду встречать окна. Доставили нам окна, с менеджером согласовали на завтра день установки, поэтому я остаюсь на даче с ночевой и завтра встречаю монтажников. Наступило утро следующего дня, приехали монтажники окон и работа уже кипит. Начали с балконного блока. Первым делом сейчас балконный блок ставят. Старое окно демонтировали. Сейчас уже ставят каркас нового окна.
такое окно теперь в зале. Вот такое окно получилось в спальне. Тоже широкий подоконник 25 сантиметров. Одна створка глухая, вторая створка поворотно-откидная. Москитная сетка уже сразу же установлена. За окном новенький отлив. Все, закончили монтажники работу. Последнее окно установлено. Вот так вот оно выглядит. Также одна створка глухая, одна поворотно-откидная и с москитной сеткой. Подоконник большой. И за окном отлив. Это окно в кухне. Также глухая створка одна, одна поворотно-откидная с москитной сеткой. Сегодня нам заменили все окна на первом этаже. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!